Олесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лобкович, Марфа Рабкова, Леонид Судоленко, Татьяна Лосица и Андрей Чепюк. Семь судеб, искалеченных зверским режимом Лукашенко. Семь правозащитников, которые стали неудобными для власти и которые незаслуженно находятся сейчас за решеткой и переживают пытки. Они нуждаются в нашей поддержке и постоянном общественном внимании, чтобы не дать забыть про жестокие преступления нелегитимного президента Лукашенко. Украинский центр прав человека «Змина» выражает солидарность с заключенным белорусским коллегам и требует их немедленного освобождения. Мы требуем свободы весне.